Вы ищете работу, отправили резюме в десятки мест, и вот, наконец, работодатель приглашает вас на собеседование. В день X ваше волнение может нарушить все ваши планы. Именно поэтому важно заранее продумать, как вести себя на собеседовании и как отвечать на вопросы. Знаете ли вы, как успешно пережить встречу с работодателем и к чему быть готовым? Ответы на эти вопросы есть у генерального директора кадрового агентства Алексея Шарапова. Одним из самых важных моментов в возможности получить работу своей мечты является искусство правильно позиционировать себя в рамках собеседования. Этому навыку не учат в вузах, но он является одним из самых важных в умении построить свою деловой успех, деловую жизнь. Рекомендуется подготовиться к собеседованию. Постарайтесь собрать информацию о той компании, куда вы идете. Сейчас интернет предоставляет массу возможностей. Тем более, что в нашем городе наверняка есть несколько знакомых, которые кого-то знают из тех, кто работал в такой компании. Подготовьтесь заранее к собеседованию, чтобы узнать о том, какие приняты там правила, как обращаются друг к другу сотрудники, каким является стиль управления. Просто даже для того, чтобы вы более грамотно обеспечили соответствие дресс-коду. Когда вы пришли в организацию, постарайтесь прийти чуть заранее, для того, чтобы потратить время на изучение так называемых информационных стендов. В любой организации на стенах обязательно висят какие-то данные. Это могут быть формальные абсолютно бумаги, связанные действительно с необходимостью там, соблюдения тех или иных правил, а могут быть поздравления именинников, определенные правила поведения, принятые в компании. Это само по себе просто может дать вам дополнительную информацию о том, что здесь принято, на что хотелось бы ориентироваться, чтобы правильно подать себя, чтобы вжиться в ту атмосферу, которая принята в компании. В зависимости от того, насколько человек, который с вами проводит собеседование, настроен более формально или он готов более внимательно ориентироваться на ваши какие-то индивидуально субъективные качества, это понятно будет просто из того, более эмоционально он начал беседу или более формализованно. Более активно он использует жестикуляцию, или он действительно в той или иной степени ставит вас в жесткие рамки исключительно формального взаимодействия. По сути дела, любые собеседования, они построены на более подробном изложении фактов, которые вы отразили в резюме или в анкете. Поэтому заранее постарайтесь подумать, какими конкретными примерами вы будете подтверждать те успешные показатели, тот успех, который вы отразили в резюме или анкете. Практически наверняка вас будут обязательно спрашивать об истинных причинах ухода с прежнего места работы. Если вы будете с горечью рассказывать о том, какой плохой работодатель, имейте в виду, это насторожит любого работодателя. Поэтому постарайтесь не отзываться плохо о прежних работодателях. Фиксируйте определенные моменты, связанные, возможно, с расхождением определенных там договоренностей, но никоим образом не давайте оценочных суждений. Очень часто возникает вопрос, если сам работодатель не поднял вопрос об награде, о материальном стимулировании, насколько это можно делать самим. Рекомендуется к завершению резюме, если этот вопрос так и не был поднят работодателем, все-таки уточнить. Почему? Потому что собеседование – это взаимное знакомство. И помните, умение пройти собеседование – это, по сути дела, умение правильно, обобщив свои собственные сильные и слабые стороны, поняв, чего же я хочу, найти свое место в жизни.